Пацики, приветики. Но если каждое видео я буду выпускать, что я вот так вот в этом разбираюсь, это будет неинтересно. Я думаю, вот это вот будет последнее видео, где я разберусь с этим пидорасом. Да, вы это хотели поверить, но... Получилось оно не так. Но у меня сейчас маленькая интересная мысль. Вот я так разоблачаю, типа выкупаю, там кто что кого наебывает. А мы сейчас чисто ради интереса попробуем сами наебать таким же способом. Мне вот буквально сегодня утром один братик написал, как этот способ реально можно ебануто воплотить и как вообще обманывать через сим-карту. И пацики, пожалуйста, я вам это показываю не для того, чтобы вы так обманывали, а для того, чтобы вы выкупали, что на это вестись, пацики, не надо. Прошу вас, никогда не покупайте симки. Запомните, пацики, все уже, это хватит. Хватит на это вестись, ебать, пожалуйста. Я, блядь, каждый день вижу по сотне жалоб, как вас обманывают на эти сим-карты, пацики. И сейчас мы посмотрим. Смогу ли я чисто пацики в развлекательных целях, чисто пацики в развлекательных целях продать кому-то сим-карту, ну допустим возьмем номер 7 единиц за 1000 долларов, ну а потом резко там чик-чик-чик и постараюсь ее втулить за 5к. Если у меня получится, ну я отдам эти деньги ему обратно и скажу, братик, ну не втыкай, главное реально. Если нет, то я буду рад, что наконец-то люди выкупают, что на эту хуйню вестись нельзя. Так что быстренько смотрим, ставим лайкостики, пацики, и показываем свою активность, братва, реально. Сейчас вы подписывайтесь, просто ебануто, и я вам за это очень благодарен. До нового года 30 тысяч, пацики, мы добиваем. И я возвращаю конкурс в каждом ролике на 500 рублей. Давайте, пацички, все от вас зависит максимально. Подписочки, лайки, комменты. Короче, пацаки, суть данного обмана такая. Вы тупо залетаете в ларечек, в магазин, покупаете вообще левую карточку. После этого вы несетесь на центральный рынок и элементарно, просто вот так вот пишем, допустим, /S, продам сим-карту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Продам сим-карту 7 единиц. И все. И вот так вот сейчас стоим, флудим, ждем. Даже можем написать за 10 тысяч. Она мне нахуй не надо. Все, вот я ему сейчас написал, что она мне нахуй не надо, эта сим-карта. Погнали. Сейчас, пацаки, отходим аккуратненько. И смотрите. Так, ID 551. И резко я копирую сейчас. И резко я копирую другое, чтобы он, у него нет столько денег, чтобы вам заплатить. Ну, давайте напишем один лямчик. Ой, батя проебался. Выкупаете? Я ему такой /me, ебать. И все именно этот. Фрапсили чи не, пацки? О, молодцы. О, хорошо, хорошо. Красиво, красиво. Бля, меня крашнуло. Я неправильно, сука, вставил. Прикиньте, шляпа, сука, ебаная. Так тупо проебался, вы выкупили, пацики? Я... Ой, блядь, ебать, у него еще бабок не оказалось. У него вообще там, блядь, походу, бабла вообще никакого нема, ебать. Так, ну все, сейчас второй раз я сделаю все красиво. Можно скин, конечно, поменять, но будут выкупать. Ладно, давайте для правдоподобности сменим скин. Вот так вот они меня вообще могут не выкупить. Туда. Это они приколисты, если они не выкупят. Продам симку 7 единиц за 10к. И все, начинаем орать. Тупо сейчас, если брать, просто там какой-то другой будет. О, все, ляньте, подбегает любитель халявы. Ого, все, отходим. Вот сейчас главное не проебать. Далеко не отходить. Вставить надо вот эту команду. И после этого... резко не проебать и вставить другую команду. Че, где малая типа делась? О, все. Ого. Блять, опять я проебываю, сука. Так это тупо, ебать. Это пацаки так, блять, я тупо, сука, неправильно
Ебать, я опять, сука, жалоба на форум. Уже две жалобы на меня по-любому на форум, сука, залились, ебать. И это, сука, наёб, ебать, такой ёбищный. Я постоянно, сука, проёбываюсь, выкупать. Я второго уже человека не могу наебать. Пиздец, это так, сука, тупо, ебать. Сейчас опять надо будет заходить на ЦР, ебать. Фу, сука, манда, ебать, тупая, нахуй. Я в шоке, блядь. Пацаки, всё, третий раз сейчас пробую, но, блядь, это надо опять, блядь. Да уже не поверят, ебать. Это надо так долго, сука, тренироваться, нахуй, блядь, что нахуй эти наёбы, пацаки. В общем, я вас очень прошу, не ведитесь, не покупайте никогда сим-карты. Дешевых сим-карточек никогда нету, ебать. Я вас, блядь, уже сколько раз могу просить, и мне, сука, все равно даже сегодня, я вчера выпустил видео, пацаки, и сегодня мне все равно написали... Ещё, братик, мне наебали на карточку, сервер Gozo to Connect, ебать. Заебись. Все, пацаки, пробуем последний раз, и сейчас я уже выкуплю. Так, мы сейчас опять переодеваемся. Все, я думаю, так теперь меня не узнают, если я вот так вот... Ого, я вообще замаскированный, пацаки, нахуй. Все, короче, смотрите, пацаки, и пожалуйста, не ставьте дизлайк. Это чисто все в развлекательных целях, даже если я кого-то наебу, я потом ему все отдам. Ну, я вот так вот чисто невзначай просто, вот тут даже станем. Все, смотрите, я ему сейчас предлагаю карту. У него нет столько денег. Опа, зафрапсил. Третья жалоба на меня уже. Красивенько. Все, пацаки, я надеюсь, это реально уже. Реально нереально, сука. Это реально уже был последний ролик на эту тему. Я вас очень прошу, пацаки, не покупайте сим-карты вообще никогда. Халявы нету и никогда не будет. Все, пацаки. Связь, Владосик был с вами и показал вам, что такую хуйню теперь... делать нельзя. Пожалуйста, максимально это видео распространите и скажите, что пацики, вот на эту хуйню вестись не надо. Вот и все. И сами этой темой не пользуйтесь, потому что я буду банить.